«Талант и радость. Чудеса творят». Выставка с таким названием открылась в областном центре. 30 участников от 8 до 16 лет, воспитанники клуба для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росток», представили свои работы, поделки и рисунки. Конкурс проводится всего второй раз, поэтому фантазию ребят решено было не ограничивать. Тему работ не определяли. Сейчас конкурс набирает обороты, масштаб, больше участников становится, шире тематика. Конечно же, мы думаем, может быть, что-то подобное будет сделано у нас к Дню Победы, когда мы работы презентуем в Дом престарелых Лесное, с кем мы активно сотрудничаем, и подарим бабушкам эти работы. На стенде очень разнообразные работы, многие выполнены на взрослом профессиональном уровне. Ребята из кружка авиамоделирования сделали несколько моделей самолетов. Определить победителей конкурса члены жюри не смогли, как ни старались. Поэтому лауреатами решено было сделать всех участников. Оно позволяет детям как бы найти силы в себе и перебороть себя в той трудной жизненной ситуации, в которой они находятся. Я думаю, что вот участие в подобных творческих выставках, оно способствует детям найти свое место в нашем сложном мире. Организаторы решили превратить подведение итогов конкурса в настоящий праздник. Для участников с танцевальными и вокальными номерами выступили школьники города. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.